Брат Янчен, вообще-то я здесь сегодня, чтобы сказать тебе кое-что важное. Я готовилась к своей выставке с самого момента возвращения. Открытие на следующей неделе. Первая остановка у музея. Я надеюсь, ты сможешь прийти и дать мне советы. Приглашение. Хорошо, я приду. Юйсюань, если тебе будет не скучно там, то можешь прийти тоже. Конечно. Если я тогда буду свободна, я обязательно посещу твою выставку. Нет гарантии, что его интерес к такой простушке, как ты, не просто спонтанная прихоть. Ты такой выдающийся. Я такая обычная. Ты бы стал гнушаться меня. О чем думаешь? О. Да ни о чем. Просто думаю, что я ничего не знаю ни об искусстве, ни о живописи, ни о скульптуре. Я не знаю, чем я могу тебе помочь. Все просто. Будь той, кто ты есть сейчас, смотри на меня и будь рядом. А когда я устану, подзаряди меня любовью. Начинающий художник Ду Инна. Инна. Извините, я сейчас вернусь. Брат Янчен. Боялась, что ты будешь занят, и не ожидала, что ты придешь. Я так счастлива. Ты мне очень помогла, я должен поддержать тебя. Желаю удачной выставки. Зачем ты принес подарок? То, что ты здесь, это величайший подарок. Юйсюань, ты тоже здесь. Я боялась, что и ты не придешь. Твое присутствие буквально освещает комнату. Не надо церемоний. Раз ты пригласила Янчена, независимо от занятости, я найду время, чтобы сопровождать его. Кстати, брат Янчен, также я пригласила дядю Лена и важного гостя, они ждут тебя. Пойдем, я отведу вас к ним. Хорошо. Сюда. Начинающий художник Ду Инна. Здравствуйте. Вы, должно быть, мастер Увэй. О. Здравствуйте. Я Гу Янчен. Мой дедушка и отец показывали ваши фото и говорили, что мои работы похожи на ваши. Вы уже много лет на пенсии. Не ожидал увидеть вас здесь сегодня. Да. Господин Лэн Сюань сказал мне, что ты потомок семьи Гу. И у тебя есть кусок его необыкновенного камня. Ты участвуешь в премии «Золотая скульптура». Все из-за щедрости господина Лена. Этот камень мы нашли с ним вместе. Кстати, я слышал твои слова об истинной душе камня. Неплохо, молодой человек. Спасибо, мастер. Я буду работать усерднее. Старик, не строй из себя, дай больше советов такому выдающемуся молодому человеку. Конечно, я подскажу ему. Как скажешь. Если у тебя есть какие-либо вопросы, ты можешь обращаться ко мне. Хоть я живу в горах, моя дверь всегда открыта для тебя. Оба дяди обожают восходящую звезду мира скульптуры. Не забудьте обо мне. Это я здесь новый художник. И вы мне старшие, и этот гений ваяния очень нужны, чтобы помочь. Мой мужчина, несомненно, отличный. Но и я тоже неплоха. Вот хитрюга. Разве дядя Лен и я не пришли сюда сегодня на твое мероприятие? Верно. Мы хотим посмотреть, стала ли ты лучше и не пренебрегала ли своим ремеслом. Да я бы никогда. Я выполняла все, что вы говорили, и совершенствовалась. Тем не менее, мне очень нужны отзывы о сегодняшнем финале моей выставки. Не волнуйся. Мы оценим тебя не как любимицу, точно. Тогда сюда, пожалуйста.
Думаю, уже слишком поздно уходить. Юй Сюань. Я действительно была в полной боевой готовности. Не ожидала, что получу удар под дых. Эта дамочка — двуличная лиса. Кажется, она уважительно относится к тебе и Гуянчену и предлагает помощь, но на деле хочет завоевать благосклонность Гуянчена и вменяет тебе чувство неполноценности, убивая твою уверенность. Не поддавайся на ее уловки. Конечно, я не буду. Но это же тоже правда. Будь то коллекционер редких камней или мастер ваяния, у нее так много связей. Не забывай, Гуянчен смог вырезать только благодаря тебе. Это все твоя заслуга. Без тебя. Да пригласи она хоть всех мастеров мира. Все бессмысленно. Ты должна взять себя в руки. Не волнуйся. У тебя за спиной есть я, профессиональная убийца лис. Мы должны дать ей отпор. Что нам теперь делать? Прежде чем отправляться в бой, мы должны хорошенько поесть. Сначала поедим вкусненького. Идем. Давай, выпьем. Хуэйсинь, знаешь что? Это Ина обнимала его. Правда, она училась за границей, но здесь ей не надо придерживаться иностранного этикета. Я просто невероятно зла. Послушай, все мужчины одинаковые. Возьми даже того бабника. Сделал мне подарок без всякой причины. Но с того дня я ничего о нем не слышала. Эти мужчины. Алло? Здравствуйте. Владелец этого телефона потерял сознание. Вы, должно быть, ее дочь. Ее отправили в больницу. Просим вас приехать. Хорошо, хорошо. Я сейчас там буду. Юйсюань, у меня срочное дело. Что случилось? Учитывая нынешнее положение, Юйсюань, не следует ей говорить о моей маме. Ну, это очень срочно. Я помогу тебе придумать план завтра. Ничего, если я оставлю тебя здесь одну. Иди, иди, я в порядке, я продолжу пить. Ладно. Брат Ли, позаботься о Юйсюань, она много выпила. Не хочу оставлять ее одну. Попрошу кого-нибудь забрать ее. Хорошо, не волнуйся. Спасибо. Директор Лин, у вас спутались волосы. Не смей касаться моей головы. Уже поздно, мне пора. Следи за своей гигиеной. Да, мой властный директор. Яо Юань. Говори. Хозяйка, электричества нет. Невозможно. Я оплатила все счета. Давай так. Я еще на работе. Ложись спать, я проверю завтра. Я принимал душ, еще и воду выключили. Хозяйка, быстрее, посмотрите. Моя квартира в элитном доме. Как могли отключить электричество и воду? Алло? Алло? Яо Юань. Это Ина... Красивая художница.
училась за границей. И такая красивая. Я чувствую себя ниже ее во всех аспектах. Вот ты тоже знаешь себе цену. Разве ты не знаешь, что ты ей нравишься? Мой господин Гу. Гуянчен. Ты же прямо передо мной. Зачем звонишь мне? Что делаешь? Я не хочу сейчас отвечать на твой звонок. Алло? Я не хочу говорить с тобой прямо сейчас. Странно. В чем дело? Хватит пить. Я провожу тебя. Проводишь домой? В какой дом? В дом Гуянчена? Не хочу идти к нему домой. Хочу вернуться в свою квартиру. Моя квартира удобнее, чем его дом. Комфортнее. Удобнее. Итак, вы двое уже... Яо Юань. Яо Юань. Я здесь. Где? В ванной. Оставайся на месте. Яо Юань. Яо Юань. Будь осторожна. На полу гель для душа, на каблуках тут опасно. Тогда выходим. А. У тебя есть телефон? Да. Почему не включила фонарик, когда вошла? Точно, да. Забыла. Пойдем. Осторожнее. Смотри под ноги. Хозяйка, осторожнее. Воду вырубили из-за неисправности клапана, уже починили. Спасибо, не за что. Вечно доставляешь мне неприятности. Но... я не думаю, что это моя вина. Директор Лин. Осторожнее. Директор Лин, на самом деле я... Что делаешь? Не двигайся. Как это случилось? Обо что-то ударилась, когда входила. Не страшно. Почему ты так торопилась? Даже не переобулась и пришла без фонарика. Не надумывай, я не беспокоилась о тебе. Тогда ты волновалась обо мне? Не
не хочу, чтобы мой дом стал домом убийцей. Ладно, я пойду. Директор Лин, ну же, присаживайся. Как бы... Я голоден. Я видел, что ты весь день не ела. Хочешь вместе... Я не голодна. Директор Лин, дай мне только час. Не знала, что ты умеешь готовить. Я много чего умею. Давай будем узнавать друг друга. Да кто сказал, что я хочу? Не обольщайся. Алло? Спустись за ней. Почему именно ты довез ее? Она же ужинала с Хуэйсинь. Это не твое дело. И еще. Не знаю, что между вами случилось, относись к ней хорошо. Если что-то подобное повторится, я буду бороться за Юйсюань. Все нормально? Почему ты здесь? Ты же не напиваешься. Что случилось? Конечно. Никакое количество алкоголя не опьянит меня. Что может запугать меня? Кто будет издеваться надо мной? Пойдем, пошли домой. Подожди. Я не думаю, что это мой дом. Я хочу домой. Это твой дом? Нет. Мой дом... Не такое большое. Но это место кажется знакомым. Давай зайдем. Знакомое место. Знакомое. Выпей воды. Почему я так быстро протрезвела? Я бы хотела остаться пьяной еще. Почему ты так напилась? Что случилось? Тебя кто-то обидел? Ты знаешь, кто. Я знаю. Кто? Я преподам ему урок. Хорошо. Ты должен избить его ради меня. Без проблем. Избей себя тогда. Меня? А что я сделал не так?
Ты до сих пор не знаешь? Потому что был на консультации мастера Увея, и меня не было рядом? Нет. Значит, я забыл важную годовщину? Подумай хорошенько о себе. Хорошо, я поразмышляю. Но ты сегодня так много выпила и долго не отвечала на мои звонки. И позволила другому проводить себя. Я... Ты еще упрекаешь меня? А как насчет вас с Ина? Используешь искусство как предлог, чтобы флиртовать. Ха. Так вот, почему ты злишься. И правда ревнуешь. Да. А что не так с тем, что я ревную, разве не могу? Конечно. Но я тоже ревную. Ты тайно ужинала с Байбинем, и он отвез тебя домой. Я тоже расстроен. Почему ты ревнуешь? Ты тот, кто виноват. Ина даже обнимала тебя. И еще смеешься? Смейся сколько хочешь. Я одна пойду домой. Куда ты в такой час? Оставь меня в покое, я ухожу. Ладно, ладно. Я правда виноват. Не сердись. Что ты сделал не так? С этого момента я буду держаться подальше от других дам. Ты так говоришь, будто я заставляю тебя. Это мое решение. Глупышка. В моих глазах и сердце ты единственная. В чем дело? Директор Лин, прошу. Обычно я ем только стейк, фуа-гра и кофе. Даже китайскую еду я ем только в ресторанах. Эти блюда я с трудом смогу переварить. Забудь, позволю тебе сохранить лицо. Ну, как тебе? Разве китайская тушеная говядина не вкуснее стейка? Неплохо. Ешь побольше. Вы, девочки, ставите на первое место работу. Но здоровье важнее. Девочки? Подумай, только ты называешь меня девочкой. Если ты не девочка, почему хранишь всякие чипсы? Кто сказал, что они мне нравятся? Просто часто работаю допоздна, вот и ем их. Я слежу за своей фигурой. Я не ем их много. Если они не нужны, тебе выбрось. Дорогая хозяйка, если они тебе не нужны, я заберу их. Могу их съесть. Перестань называть меня так. Ты можешь так случайно назвать меня в офисе и вызвать подозрения. Но если я еще и наедине буду называть тебе директор Лин, мне будет казаться, что я еще на работе. А это стресс. И что ты предлагаешь? Мне нужно обдумать это. Не торопись. Вкусно? Да. Ешь. Возьми еще говядины. Надо было хорошо спрятать закуски. Что?
Что ты хотела спрятать? Ничего. Ты что, хомячок? У тебя даже есть привычка что-то прятать. Что я спрятала? Разве ты не хочешь спрятать меня? Не знаю, что тебе нравится, поэтому я купил все. Дай знать, что тебе нравится, и я куплю это тебе. Не надо угождать моему вкусу. Покупай все, что хочешь. Уже поздно. Я пойду. А! Как больно. Что случилось? Не знаю. Может быть, я упал недавно. Никаких синяков. Поедем в больницу. Не нужно. Слишком поздно. Может, завтра? Может, намажешь меня мазью? Я не дотянусь. Я не умею. Так же, как я использовал мазь. Сделай, как я. Как больно. Ладно, попробую. Больно? Намного лучше. Мелочь пузатая. Умеешь кокетничать? Мелочь пузатая? Что такое? Я видела твое резюме. Ты на 6 лет младше меня. Если не мелочь, то кто? Я знаю, как я могу называть тебя наедине. Как? Я буду называть тебя... Сестра! 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 Я ухожу. Сестра, береги себя. Напиши мне, как будешь дома. Нет, это не похоже на меня. Как я могла увлечься ребенком? Я видела такие сцены в кино. Да это он должен стесняться. Я буду звать тебя. Сестра. 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 Я была в разных ситуациях, говорила о приобретении, акциях, земли, недвижимости. Это незначительное дело. Посплю, все пройдет. Да. Домой, высыпаться. Войдите. Директор Лин, вот кофе, который вы просили. Я вернусь к работе. Я разве просила кофе? Как он узнал, что я люблю американо? Твоя мама вчера попала в больницу? Почему ты мне не сказала? Да не страшно. Вчера ты была в плохом настроении. Я не хотела тебя беспокоить. Что ж, давай навестим ее после закрытия магазина. Все в порядке, мама уже в порядке. Хроническое заболевание. Ей поставили капельницу, и сегодня уже я отвезла ее домой. Тебе не нужно беспокоиться о моей семье. Вместо этого стоит беспокоиться о нашем магазине. Что не так с магазином? Ты разрешила конфликт с директором Гу? С тех пор, как наш магазин начал работать с группой Гу, наш бизнес значительно улучшился. Но мы еще сводим концы с концами. Может быть, попросишь директора Гу предоставить нам больше клиентов? Ну, не пойдет. Ты не знаешь, он готовится к конкурсу сейчас. Работает день и ночь. Хуэйсинь, сейчас я правда не хочу отвлекать его на другие вещи.
Вы еще даже не женаты, а ты уже беспокоишься о нем, как о муже. Я так завидую твоему проявлению чувств. Ладно, мы должны придумать другие способы. Сделать наш магазин более конкурентоспособным. Яо Юань! Давно он здесь не работал. Наш юный красавчик привлечет много клиенток. Да, а затем он сфотографирует наш магазин, и мы опубликуем рекламную акцию. Ты правда моя женщина. Я именно так и думала. Я рассчитываю на тебя. Оставь это на меня. Яо Юань. Алло. Алло, Яо Юань. Что делаешь? Свободен в эти выходные? Хочу угостить тебя ужином. Сюань, Сюань, не надо меня обманывать. Ты моя плоть и кровь, я знаю, ты что-то задумала. Скажи-ка, что это? Ничего серьезного. Речь о нашем магазине. Нет, я не хочу быть цветочной феей. Какая цветочная фея? Ты лицо нашего магазина, модель нашего бренда. Когда магазин станет на ноги, ты станешь послом нашего бренда. Спасибо, не надо. Не согласен. Ладно, а теперь скажи мне, где ты сейчас живешь, я примчусь к тебе. Я живу в доме друга. Ладно, ладно, ради нашего родства я помогу тебе. Ты ж мой хороший братик. Не волнуйся, я хорошо заплачу тебе. Вешаю трубку, увидимся. Хорошо, пока. Сделано. Прекрасно. На подходе наша модель. Мне нужно собраться. Я пойду с тобой. Ты работал весь день. Хочешь отдохнуть? Я в порядке. Время поджимает. Завтра в цветочном магазине мероприятие. Найдешь время, чтобы прийти? Поужинаем вместе. Тогда поцелуй меня, и я подумаю об этом. Ты должен пообещать мне, что потом хорошо отдохнешь. Хорошо. Ты можешь сейчас отдохнуть? Да, мне пора подзарядиться. Закончила. Сестра. 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 Здравствуйте. Сяомань, я отправила тебе интервью с Гуянчином, отредактируй его. И отправь копию. Да, директор Лин. А где все? Сегодня никто не работает? Директор, сегодня выходной. Спасибо за труд. Иди домой, как закончишь. Да, директор. Директор сегодня какая-то другая. Я не привыкла к этой внезапной мягкости. Ладно, возвращайся к работе.
как я сюда попала? Не соображая из-за стресса недосыпа. Хорошо, Сюнь Юй Сюань, не торопи меня, сейчас буду. Какое совпадение. У меня галлюцинация. Сюнь Юй Сюань? Откуда они знают друг друга? Не торопи меня, сестра. Поторопись, все ждут тебя. Пойдем. Он что, сумасшедший? Добро пожаловать. Заходите, посмотрите. Сегодня в нашем магазине праздник. Все по акции. Купить 10, один бесплатно. При покупке букета от 50 стеблей... Бесплатная упаковка. При покупке 100 стеблей голубые розы бесплатно. Сколько стоит с ним сфотографироваться? При покупке от 200 юаней вы сфотографируетесь с парнем. Предлагаешь мне продать себе? Я хочу 500. Можно фото, подпись и обнимашки. Не говори «да», если у тебя есть совесть. Отличный парень, я твой фанат. Ты здесь модель, поэтому я всегда прихожу сюда за цветами. Но никогда не сталкивалась с тобой. Сегодня мы наконец встретились. Позволишь своим фанатам бессмысленно стоять тут? Хуэй Синь, иду. Время фото. Я сделаю фото. Ну давай же. Смотрите сюда. Раз, два, три. Сыр! Хорошо. Я тоже хочу, тоже. Подождите, подождите. Давайте сначала вы купите цветы, а потом сфоткаетесь. Хорошо? В очередь на покупку цветов. Хорошо, поторопитесь, по одному, не торопитесь, не толкайтесь, проходите. Все цветы являются частью мероприятия. Да, добро пожаловать. Не торопитесь. Все смотрим сюда. Раз, два, три. Хорошо, еще раз. Раз, два, три. Ладно, сделано. Спасибо, красавчик. Спасибо, что пришли. Братан, спасибо за работу. Мне не сложно. Дорогая, я хочу пить. Налей мне воды. Предупреждаю, не смей называть меня дорогой. Ну что за человек? Мне нужна награда за работу. Даже воды мне не дала. Что за человек? У этой женщины зуб на меня. Почему ей нужны все мужчины, которые интересны мне? Нет-нет. Какое мне дело до него? Какое у меня право задавать ей вопросы? Лин Ван Нин. Почему ты здесь? Следи за своей девушкой. Никогда не буду использовать внешность в корыстных целях. Это грязные деньги. Что ты понимаешь? Мы уделяем приоритетное внимание потребностям клиентов. Ты права. В благодарность за твою тяжелую работу я дам солидную награду. Есть награда? Готово. Так много? Спасибо, Хуэй Синь. Ты мне больше сестра, чем моя родная. О чем ты? Пришли мне награду. Прибыл кто-то более очаровательный, чем вы. Зятёк. Почему ты здесь? Ты сегодня рано, все хорошо? Нет. Я скучал по тебе и не мог работать. Так хотел увидеть тебя. Вот и примчался. Директор Гу, твои милые слова вызывают у меня зависть. Я еще не ел, но уже сыт этим медом.
Удалось сегодняшнее мероприятие? Конечно. Как со мной могло не получиться? Посмотри на них. Так помешано на деньгах. Я должен работать на основной работе и работать на них по выходным. Я изможден. Такова жизнь работника. Кстати, я видел твоего босса снаружи. Она оказалась несчастной. Мой босс? Где она? Снаружи. Она была здесь? Куда ты? А как же ужин? Почему он так спешит? Этот мальчишка. Он делает то, что должен мужчина. Директор Лин, вы там? Директор Лин! Она пошла домой? Я же помню пароль. О, нет. Сестра, где ты? Перезвони мне, я беспокоюсь за тебя. Сестра, не игнорируй меня. Я был сегодня занят. Скажи мне, где ты? Позволь объяснить лично. Мужчины, чертовы лгуны. Но я сама. Не зашла ли далеко? Где ему ночевать? Он взрослый мужчина. Нечего за него волноваться. Пойду домой.